приветствую всех. Продаем машину, продаем семейный автомобиль. Жена на нем ездила, покупали ее с салона. Один хозяин, пробег 85 тысяч. В никаких ДТП она не была. Один раз вот тут вот какой-то чувак чуть-чуть поцарапал, да, ну прям вот совсем чуть-чуть, даже лак не подъелся. Она у нас по каске была, и мы ее по каске сделали. А так вообще никаких ДТП, никаких столкновений, все четко, все в родной краске, сколов там вообще по минимуму. Машина просто идеальная. Зимняя резина есть, в гараже, конечно же, отдадим, в хорошем состоянии, дорогу держит прям изумительно. Обслуживалась у официалов в автосалоне Керк, то есть никаких там автосервисов у Васи, у Пети, все чисто делали у официальных дилеров, все запчасти, которые ставили согласно техническому регламенту, там рулевые на колодке, все это исключительно оригинал, все исключительно Volkswagen. Также и с маслами, никаких там лукойлов, там зигов и так далее, всегда масло было залито чисто официальное, которое вот рекомендуют Volkswagen и которое они в своих автосалонах делают. Что касаемо салона, да, салон чистейший, да, ни единого там пятнышка, все идеально. Говорю, еще раз, жена ездила, вообще молодец. Пробег 85 тысяч, можете пробить по автотеке, еще где-то, где вам угодно. Пробег оригинальный, кэш никто ничего не скручивал, все четенько. Ближний свет, дальний свет, все получается как положено. Тут получается... климат-контроль, кондиционер, подогрев сидений, подогрев, получается, лобового стекла. Жене очень нравится, просто кайфует. Зимой выезжает куда-то, подогрев включила, пока там все что-то там греют, оттирают. У нее там за 3 минуты и стекло полностью вообще, ну, можно ехать. Регулировка зеркал, соответственно, тоже есть. Ну, вообще в машине все есть, все, что нужно, все есть. Климат есть, температуру настроил там 22, она сама знает, когда ее охлаждать, когда не охлаждать. На заднем салоне никто вообще никогда не ездил. Вот, ну, максимально там чистый, там все, что нужно. Так, что по багажнику? Багажник тоже чистенький, все убрали лишнее. Тут запасочка, всякие ключики, там наборчики, губочки. Все, что нужно, все есть. Еще раз, машина не битая, вообще в идеале. Если вы хотите там жене свой подарок сделать, либо там дочке, либо просто самому себе, да, хотите хорошую машину найти, это просто, ну, идеально. То есть вы ее покупаете и бед вообще никогда не знаете, потому что, ну, машина была в одних руках, обслуживалась у официалов, не билась, не красилась, там ничего с ней не делалось. Все четко. Вы покупаете себе 100% чистый автомобиль, на котором можете ездить, я не знаю, там, пока не захотите там поменять другой. Мы продаем по причине того, что просто, ну, жена хочет купить новый Tiguan, вот, на первый взнос, вляпаться в кредит. Ну, у каждого свои планы. Ну, в общем, вот такая машина. Вот, берите, покупайте. Вот, будем рады продать в хорошие руки.